Только я сказал, что ты у нас кроме мяса ничего не ешь. Так ты занимаешься тем, что ты поедаешь кашу у собак. На самом деле секрет очень прост. Это каша с остатками шашлыка. Вот. И поэтому она вкусная. Это не лиса голодная, либо она специально услышала меня и показывает, что наговариваешь ты на меня, Иван. Ем все. Смотри. Нет, ну тут как бы две вещи. Первое надо отнять у белого, потому что белый занимался, когда я уходил, едой этой каши, да? А сейчас у тебя ее отняли. Но я думаю, что ты уже съел вторую порцию, да? И Алиса ест. Вот эта каша сделана следующим образом. То есть сначала там цыплята сварены, потом, соответственно, цыплята отданы диким зверям. Ну все. Дальше, после этого, ну что такое? Вот именно за это была наказана сегодня. Надо все проверить. Там тоже надо посмотреть, может быть, там тоже еда. И пометить территорию. Залезай. И все, завалилось. Любимое занятие, кстати, заметил, это съезжать с горки на боку. То есть у Алисы. Она залезает на небольшой пригорок, а потом ложится на бок и под силой гравитации ее вниз стягивает. Это такая игра. Снег уже твердый, можно потихоньку ходить. Лиса вышла из вольера. Можно теперь побегать, попрыгать. Кстати, могу показать место практически побега Алисы. Алис, пойдем покажем место твоего побега. Пойдем. Пошли, пошли. Оп. Ходить трудно, сложно. Лед и маленькие дорожки. Видел, как лиса бежит вдоль забора, а потом исчезает. Но это не была лиса Копперфильд. Иди сюда, лиса. Вот что она тут сделала. Она сделала небольшой подкоп. Там никуда не добраться, но тем не менее, вот она залезала под. Да, 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 это я. Пришел смотреть. Ага, вот закопано, поэтому она туда не лезет. Такая балдежная лиса утренняя. И она как в нору залезала туда. Заметьте, ходит рядом, но гладить себя не дает, но надо четко дать понять, что я вот тут с тобой хожу. Пошли. Прежде чем даже себе поставить чай, надо попытаться накормить всех. Кстати, интересный факт. Алиса тут крысу ловит в очередной раз. Крыса пару раз заходила на кухню, но стоящая миска спасает всех, потому что крыса просто ест из миски и уходит. Такая она веселая. Так, ну что? Макс, заходи. Тык-дын, 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 тык-дын. Тык-дын, тык-дын. Так. Где пойманная крыса? Пошли, сначала Максу. Он же старший. Да, я понимаю, ты тоже хочешь сначала ему, потом, ну, а где лиса-то? А, вот она. Еда, 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 еда. Ну вот,
Бегом. И остался только белый. Белый! Белый! Давно тебя не было видно, виляющий хвостом. Да, ребят? О, что такое? О-о-о! Опять зовешь? Нет, нет. Алиса, нет, 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 нет. Иди сюда сама. Иди, иди сюда, иди. Ой, надо все пометить. Всю территорию. Свою. Алиса. Ну давай, да, 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 да. Да, я тебя поглажу, конечно, поглажу. Да. Что сейчас опять набегаешься, будешь вся мокрая и пойдешь? Что это? Пойдешь домой сушиться, залезешь на диван и будешь там лежать. Не лисье это поведение. Даже не собачье. Наглолиса называется поведение. Солнце тебя сделало добрый и покладистый на время. И веселый, кстати. Очень любит, когда ее гладят. Приходит, садится, ну, по крайней мере, ко мне садится. И сидит, просит. Погладь меня. Погладишь ее, погладишь, потом также берет, сама и уходит. Все, спасибо. Нагладил, можно уходить. О, даже штаны дает гладить. Ну все. Значит, штаны чешутся. Сейчас заснет. Нет? У каждой лисы свой индивидуальный подход, то есть свое настроение, свои какие-то внутренние ощущения, что можно делать, что нельзя, как в коллективе себя вести. Вот вчера погода была, да, солнышко хорошее. Сегодня тоже хорошее, но солнышка нету. Но птички уже поют. Такую лису даже можно на руки взять. Взять тебя на руки. Ну давайте, сейчас возьму секунду. Смотрим. Оп. Да-да-да. Лиса лежит на коленках. Вот видите, балдеет. Голову свесила. Все. Никуда уходить не собирается. Все спрашивали, можно ли тебя брать на руки, нельзя. Ну, можно, конечно. Когда настроение хорошее, что бы не взять. Ну, сколько ты еще будешь так себя вести?
Вот тебе снежок, на, его погрызь. Нет? Алиса на боевом взводе, это же страшное дело. Ну что? Не, позиция, что ты на меня нападешь, мне не нравится. Можешь зашкварник взять все-таки и унести? Да? Эх. Кто кого пересмотрит? Называется.